Цвейба Сандро Ахрикович, главный тренер команды Сочи. Сандро Ахрикович, поздравляем вас с победой и знаем, что у вас сегодня дебютный, да, матч в качестве главного тренера, поэтому очень хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями и в целом мнением об игре. Спасибо за поздравления. Во-первых, хотел бы сказать спасибо, выразить благодарность руководству клуба «Черноморец» за то, что перенесли матч. Мы должны были играть 17-го, там ребята писали экзамены. И дали сыграть ребятам в футбол. Это занятие, которое они больше всего любят на свете. Это, во-первых. Во-вторых, но игра, конечно, обоюдоострая получилась. И получился тот футбол, который, я думаю, болельщик любит, с большим количеством моментов. Вот. Где-то нас простили, где-то мы простили. Но, как бы, можно так сказать, повезло нам больше. Установка на игру для ваших ребят была какая? Все-таки где-то первым номером играть или больше от обороны? Мы всегда играем первым номером, то есть мы отталкиваемся от своей игры, от своей философии. И я очень благодарен ребятам, то, что они гнули свою линию. Но мы также должны понимать, то, что и соперник тоже против нас играет. И сегодня достойный соперник против нас выступал. Но и где-то получается так, что приходится и в оборону сесть, и где-то приходится и через длинную. Это футбол, это все грани нашей игры. Так мы всегда играем от своей игры, у нас есть там своя философия, и мы стараемся ее придерживать. Еще раз повторюсь, я очень благодарен ребятам за то, что они выполнили установку и там где-то в концовке дотерпели. То есть установка выполнена. Ну а мы, конечно же, вас поздравляем с вашим дебютом в качестве главного тренера этой команды. Желаем успехов и побед. Спасибо. Климанов Рустем, вратарь команды футбольной академии Сочи. Рустем, ну сегодня действительно у тебя было очень много работы, и сегодня вы победили, конечно же, и не без твоего участия. Хочется, чтобы ты поделился мыслями об игре и в целом вообще сказал свое мнение по сопернику тоже. Спасибо за поздравления. Ну, могу сказать по сопернику одно. Хороший соперник, нельзя недооценивать соперника до игры и во время игры. Но мы показали себя на все 100, и пацаны красавчики, больше нечего сказать. Сегодня действительно было много выходов черноморца, очень опасных, острых, там, где ты как раз проявил все свои, да, такие вратарские настоящие качества. Помнишь эти моменты, что где-то читал, где-то, может быть, сыграл на удачу? Нет, их всю игру я читал, это было предсказуемо, потому что не так уж они и хотели прям забить. Вот. Пропущенный твой гол, это удар головой, да, случился? Там что? Как он случился? Ну, пропущенный гол, там можно сказать, то, что никто не виноват, потому что игроки прибежали только с атаки, уставшие, и там должен был я сыграть, но не получилось. Рустем, поздравляем вас с победой и, конечно же, желаем успехов в дальнейших играх. Спасибо. Игорь Николаевич Осипчук, главный тренер команды спортивной школы «Черноморец». Игорь Николаевич, тяжелая игра. Видели, что действительно множество моментов создали, особенно в первом тайме. И снова пропускаем первыми. Что не получилось и что в целом у нас не удалось сегодня? Ну, прежде всего, не удалось реализовать свои моменты, которые были у нас в первом тайме. Три момента, даже, может быть, три стопроцентных момента вываливаются прямо перед воротами, не можем попасть в ворота. То выше, то в штангу, то еще что-то. Ну и во втором тайме моменты. Ну а пропустили. Играет центральный защитник, две подачи. Головой из центральной зоны. Непонятно. Видели, конечно, как негодовали в целом, да, и болельщики, и вся скамейка запасных вместе с вами там, в моменте с неназначенным пенальти. Еще не смотрели, но по моменту со скамейки это, конечно, 120%. В разборе глянете, да? Конечно, сейчас посмотрим. Игорь Николаевич, не будем задерживать. Успехов в следующих матчах и, конечно, побед. Богдан Круповский, игрок команды спортивной школы «Черноморец». Богдан, сегодня, наверное, не все удалось у вас, раз поражение зафиксировано в этом матче.
чувствовал поговорить о том, что вот пропущенные голы пришли, вы играли в три центральных защитника, в итоге пропустили. Что не получилось? Где-то невнимательность? Просто неправильное расположение игроков. Неправильное расположение центральных игроков. Но есть отчасти пропущенных мячах у ТВН? Да. То есть есть. А что скажешь по вашей реализации? В чем проблема? С реализацией проблемы, да. Много опасных моментов было. Первый тайм, второй тайм. Я думаю, просто из тренировок надо нарабатывать это чаще. Бить повороты, забивать, самое главное. И это придет в игре. Настрой на остальные матчи боевой? Да. Конечно, мы желаем вам побед и, конечно, спасибо за ваши старания, Максим Андреевич.